Ребятки, всем доброе утро. У нас сегодня Фуджейра. Мы выдвигаемся, как говорится, недалеко от берега. Планируем половить махи-махи и планируем половить лонгтейл тюна, потому что она уже активизировалась и ловится довольно-таки неплохой размер, как для вида этой рыбы. Надеюсь, что-то интересное вам сегодня покажу. Так, у нас, скажем так, вторая рыбка. Взяли мы уже одного маха, но мах настолько маленький, я сколько вот фуджейры ловлю, я еще такого маленького маха не видел. Сейчас вот Саня зацепил лонгтейл тюна. Сань, не форсируй, потому что он может и сойти. Все, все. Так, Саня зацепил. Сань, не форсировать, понял? Все, вот так вот ты выкачивай, молодец, все здорово делаешь. Просто не форсируй. И главное не давать, конечно же, слабину. И главное не давать слабину. А ты его за бочок поймал, он из-за этого так тяжело. Так, тунчик, тунчик. Так, отходи назад, когда он скажет стоп. Пока не мотай. Не мотай. Чуть-чуть подмотай. Чуть-чуть. Чуть-чуть подмотай, его подыми. Подыми удилищем, больше не мотай. О, все, больше не мотай. Есть. Открывай катушку, Саш. Кратушку открывай. Так, вот такой тунчик. Небольшой, правда. Небольшой. Но взял на воблер. Видишь, мы его зацепили за сторону. Ну как впечатление? Ну так. Маленький, ну дал, да, просраться? Он прям. Так, у нас еще одна рыбка. Значит, взял на жеса мах. Там не форсировать. Отдыхай. Здесь он ТП-хук. Тихон хук. Так, видите, наживчика берет мах. Они что, тебя поймали? You catch him! You catch him! Yes! You catch him! Блин, ну зачем это делать, а? Иди сюда, иди сюда, подходи, только слабину не давай. А вон он, видишь, какой красавец? Ой-ой-ой, красиво. Подходи, подходи, вот сюда, подходи, вот сюда. Вот. Да, да, да. Слабину, слабину, только не давай слабину. Хороший мах. Хороший. Если он даст рывок. Красиво. А если уходит, Диксон мог. Диксон, ну, все. О, пошел. Сейчас свечу, да, если свечу даст, слабину не давай, все. Спиннинг, у тебя, куда, зачем ты крутишь? У тебя бланк должен работать, вот так спиннинг не опускай, у тебя вот должен бланк, под 45 градусов, вот, у тебя же бланк работает, во. Они, кстати, тоже поймали. Давай, ты тяни. Зайкач! Ай-яй-яй, Тамил, ай-яй-яй! Я. Не задирай спиннинг, когда подматываешь больше вниз, вверх. Во. Но не задирай. Хорошо, хорошо. Ой, шала. Так, мы поймали, он, ребят, тоже поймали. Все, не форсируй. Он, видишь, он внизу встал. Обычно, когда ловишь одного, его преследуют еще. Никсон, верели? Все, если он уходит, не крутишь.
Все, вот так вот. Все, не спеши. Все, если идет, ты стоишь. Ему надо чуть-чуть подустать. И потом уже... А у тебя еще не удо... А, не, на твою руку катушка. На твою, на твою. Слушай, он встал. Не хочет подниматься. О, пошел, да? Пошел. Сильная рыба, да? Ну, хорош. Посмотри, может на свечку пойти. Пошел. Так не задирай свинью. У тебя ж потом не будет рычага, если он даст на тебя рывок. Тебе надо будет его подтянуть, у тебя не будет рычага потом. Не, это вот он сам. Да? А он просто, это пацан. Махи пацан, кстати, очень смешно. Хороший размер. Хороший размер. Все, смотри, может пойти на это. Все, молодец, Саш, все правильно, молодец. Стой. Ничего, не мотай. Все, вот так вот его и подтягиваешь. Все, отлично, Саш, отлично. Открывай катушку, Саш. Смотри, то. Красава, держи. Молодец. Very nice size. Ребят, ну что, взяли мы наконец-то маха. Честно, было очень тяжело его найти. То есть мы не видели никаких ни всплесков, ничего не видели. Просто подошли под буй и забросили живца, и он взял на живца. На папера он просто не реагирует. Я вообще не вижу никакой реакции на папера. Единственное, утром был один выход на попер. После этого вообще не было никакого активити на папера. Но будем еще продолжать ловить, еще есть у нас немножко время. Думаю, может еще что-то возьмем. Вроде бы как активизировался тунец, потому что буквально полчаса назад мы взяли тунчика небольшого, лонгтейл. Что, будем продолжать дальше. Так, у нас вот еще один тунчик взял на попер. Небольшой где-то, килушный, полторушный, но атаковал, кстати. Сейчас Диксон идет. Но атаковал, кстати, так. Ты нам этот не подкручивай. Этот, Саш, не надо подкручивать. Все, есть. Вот такой чисто на сушиме. На сашиме, вернее. Да, вот такой вот. Так они на сашиме такие. Вкусные. Вот, вот такие вот самые вкусные на сашиме. Как раз супер вообще. То, что надо. Так, закончили мы сегодняшнюю рыбалку. Шли на махи-махи. С утра у нас, конечно, не сильно задалась рыбалка. Долго искали рыбу. То есть прошлись, наверное, обошли точек 7-8. Было тихо. Потом вернулись обратно же на утреннюю точку. Взяли маленького маха на живчика. И потом взяли тунчика одного, второго. И взяли большого маха на живчика. Ситуация такая. Мах на попер отказываются брать, но берет на живца. То есть, как любят некоторые мои гости, рыбалка для ленивых. То есть тот, кто хочет там приехать отдохнуть, попить пивка. Ну вот это как раз вот эта вот тема. Закинул живчика и сидишь себе ждешь. Ну а кто хочет потрудиться, то нужно уже кастинговать, чтобы поймать лонгтейл тюна. Значит, приглашаю вас на рыбалку Фуджейру. Вот здесь внизу я оставлю свои контакты. Пишите, звоните, задавайте вопросы. Часто получаю вопрос по поводу снастей.
Ребят, я все снасти для рыбалки предоставляю. То есть спиннинги, катушки, пилькера, воблера в неограниченном количестве. Вам нужно только приехать с хорошим настроением и получить удовольствие. Но вам спасибо за просмотр. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. До скорых встреч!